На данном тарифе преподаватель стремится к тому, чтобы весь урок проходил на английском. Это возможно не сразу. Тренировка начинается с 10 минут разговора на английском без использования русского. Если эта группа справляется, время разговора на английском увеличивается. Вы сможете оценить, как ваш ребенок занимается по видео, которое будет приходить к вам на почту каждую неделю. В мини-группе на данном тарифе до 7 учеников. Разница в уровне знаний на данном тарифе составляет не более 20%. То есть, если ваш ребенок на вступительном тестировании набрал 90%, он не попадет в группу с учеником, у которого 69%. Именно эта привилегия помогает объединить в одной группе учеников, которые будут говорить исключительно на английском. Наиважнейшей особенностью данного тарифа является то, что если вы пропустили групповой урок, на данном тарифе вы сможете вместо него прийти на индивидуальный.